Потеряли меня, поди. Не теряйте, друзья мои. Сегодня у меня маникюр. И слава богу, все идет по плану. Я уже обработала кутикулу, сняла старый слой лака для ногтей. Ну, этот гель-лак. Сейчас у меня здесь есть база. Я же лак снимаю, базу маленько оставляю. Так, спиливаю лишнее уже, чтобы прямо подготовка к покрытию новым лаком. Прям идеально, чтобы все было, чтобы поменьше там выравнивания, все прочее. И так как у меня есть ключи от Наташиной квартиры, и как раз пришло времечко пойти пополивать ее цветочки, а еще она мне разрешила взять у нее лаки. Не обращайте внимания, у меня здесь полотенце лежит для того, чтобы с ногтями заниматься. Так вот, она мне разрешила взять лаки, какие мне захочется. Показала, где все это дело лежит, и чтоб я могла выбрать. Я, собственно, это и сделаю. Потому что как-то так у нас повелось. И спасибо ей за это огромное, за ее щедрость. Она мне позволяет брать у нее лаки, дабы не покупать ничего лишнего. У меня есть мои базовые, которые я всегда наношу. Ну, база как раз-таки блестящая у меня есть, красные есть такие. А вот разноцветные, она мне всегда говорит... Пожалуйста, приходи, бери. В общем, повезло мне с соседями. Не со всеми, конечно. Вот с Наташей повезло, ничего не могу сказать. Вот. Так что я пойду и возьму себе, какой еще не знаю. Не знаю, яркий я хочу или не яркий. Или что-нибудь поскромнее уже, в конце концов. Уже два раза подряд я с ярким ходила примерно одинаковым, да? В общем, я сижу, думаю, что же брать. Все. Ногти подготовила, подпилила. Осталось только покрыть. Пойду хлеб в форму поставлю, ёли-пали.